Всем привет! Меня зовут Марина. Я недавно прошла обучение у Федора по созданию сайтов на Joomla. После окончания обучения я сама самостоятельно создала свой сайт. И это для меня огромный результат. Обучение проходит онлайн, по скайпу, в прямом эфире, как говорится, где ты можешь задать все волнующие тебя вопросы. Также все уроки записываются, ты можешь пересмотреть, если что-то забыл в будущем, вернуться к этому уроку, найти какой-то вопрос, который тебя волновал. И это здорово. Федор всегда готов ответить на все твои вопросы по Joomla. Также хочу сказать, что это не первое мое обучение по созданию сайтов. Но самое результативное – это обучение, которое дало мне целостностные знания по созданию сайтов. Теперь я точно в моей голове, как на полочках, все разложено. Я понимаю, что нужно делать, для чего и почему. И это здорово. Я всем рекомендую обучаться у Федора, не искать каких-то других путей. Потому что, пройдя, к сожалению, мое обучение у Федора было последним. Но если посчитать, даже в финансовом плане, это намного выгоднее. Тут ты занимаешься индивидуально с человеком, который тебе все объясняет, рассказывает в реальном режиме. Это не видео, записанное по 15 минут. И когда-то ты можешь кому-то задать вопрос. Это обучение такое, которое тебе дает знания. В общем, я всем рекомендую, приходите и учитесь. И создавайте свои сайты. И это здорово. Кстати, Joomla – это то, чему меня научил Федор. И я могу сказать, я пробовала WordPress, пробовала Tildo. Это совсем не то. Joomla очень красивый, может помогать тебе сделать очень красивые сайты, и что тоже здорово. В общем, всем peace.